невласний. Вірш під назвою «Пам'ять». Довгі ряди могил, в горлі пил скорботи. Важко чомусь іти, і хитає постать. Погляд шукає третю від повороту. Стільки пройшло вже літ, а болить і досі. Скільки іще лишилось вам днів розлуки? Кажуть, на небі душі чекають рідні. Втомлений погляд, пожухлі від праці руки, скроні від дум важких і від часу срібні. Сірим на чорному фото, сльоза, здається. Зморшки зминають чоло розумінням втрати. Руки стискають квіти, а пам'ять – серце. Вічним вогнем крізь спогади усміх тата. Зараз я вам прочитаю вірш сучасного поета. Він родом з міста Дніпропетровськ. Його звати Діма Алейнік. І вірш називається «В іюні 46-го». Что-то невесомое катится по горячей щеке. Смотрю вдаль, сжимая в руке букет из тюльпанов. Так странно видеть себя здесь живого. А в июле 42-го слышен железо, лязг да крики. Справа лежит мой друг Витька, сзади Колька. И я не жалею нисколько, что провел лето именно тут. Будто бы так и надо, чтобы взрывались гранаты у людей в животе. Я был из тех, кто рвался вперед. Стакан водки да кусок хлеба, вот и вся отвага. Когда разрывается небо ледяным дождем, и вода заливает глазницы, миллионы мечутся к границе. Ради чего? Не знает никто. И вот я уже под Москвой, высокие чины в пальто, и я маме пишу, что ее сын не тот, кого она кормила щами. Карандашиком на клочке бумаги я вернусь, обещаю, знаю, что шансы совсем малы. Снова кругом дым, авианалеты, что за люди там, и люди ли эти пилоты? Ранение в ногу, госпиталь, перевязки, медсестры и первая, как казалось, любовь. Мне очень больно оставлять ее тут, но я должен идти на фронт и держать высоту. Ребята тепло встречают, играем в картишки, крепкие папиросы. Я не заметил, как стал таким взрослым в свои 17. Снова авиация, танки, я умоляю, пожалуйста, перестаньте. Но остаются лишь взрывы, а не мой голос. Мы где-то в лесу, друзья варят суп и хохочут, но сквозь смех слышится столько боли, и каждый домой хочет. В небе зори, кто-то тихонько поет. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Что-то едкое подступает к гортани и остается там навсегда. Вот уже 45-й, со мной те же ребята, но без Сереги. Мы где-то в Праге, и я снова берусь за бумагу. Мать, я правда скоро приеду. Взрывы, газ едкий, и майский день превращается в ночь. Я отчетливо слышу дойч и приказ отступать. Фридебург подписывает акт, и все. Я уже дома. Мама обнимает и не отпускает никуда далеко. Но выхожу из дому и бегом на то самое поле, к тому самому лесу, где ползком лезли. И смотря вдаль, сжимая в руке тюльпаны, так странно видеть себя здесь живого в июне 46-го.